сотрясением головного мозга и внутримозговой гематомой находится в больнице ребенок, сорвавшийся со скалы Вахтал. Он упал с высоты 3-4 метров и уже несколько дней находится под наблюдением медиков. Врачи рассказали, что поступил мальчик в тяжелом состоянии. После обследования его госпитализировали в травматологическое отделение. Операционное вмешательство пока не требуется. На данный момент состояние ребенка стабильное. Без ухудшения. Ребенок получает лечение, но в течение какого-то времени еще будет ребенок получать лечение. К слову, сегодня был серьезно травмирован еще один ребенок в регионе, в Бениусском районе. Из окна второго этажа жилого дома выпал 4-летний малыш. Он доставлен в районную больницу и находится под наблюдением медиков.